Всем привет! Вы на канале Зумпрокат. Меня зовут Коля. В этом видеоролике мы покажем вам, как установить камеру Blackmagic Pocket Cinema 6K на электронный стабилизатор Ronin S, как в легкой, так и в тяжелой комплектации. В связи с тем, что у этой камеры нестандартные габариты и пропорции, у многих людей возникают трудности с установкой ее на стабилизатор. Но сделать это вполне возможно, просто нужно потратить немного больше времени и усилий. Первая комплектация максимально легкая. В ней мы будем использовать только камеру и стабилизатор. Начнем! Самое главное, что из комплекта нам понадобится повышающая площадка. Без нее мы не сможем нормально развесить камеру. Повышающую площадку установим в самое крайнее положение на клетке, максимально близко к батарейному отсеку. В связи с тем, что камеру мы отодвинули максимально далеко от мотора, мы встречаемся с тем, что у нас появляется дисбаланс. Для того, чтобы его исправить, нам потребуется противовес. Мы будем использовать клемп с грузом. Легкий комплект готов, но в таком виде можно снимать только простые кадры, без контроля фокуса, на одной дистанции до объекта съемки, либо на гиперфокальном расстоянии. Так что теперь мы усложним его тем, что добавим сюда дополнительное оборудование в виде радиофокуса и установим на двойные рукоятки питание и передатчик видеосигнала для контроля изображения. Наш максимально функциональный комплект готов. Можно было бы добавить еще внешний экран, но так как у камеры достаточно большой встроенный монитор, то оператору для контроля изображения этого достаточно. На этом все. Если это видео было полезным для вас, ставьте лайки, жмите подписку. Всем пока!